Привет, друзья, с вами Юрий, команда TikTok Мир, и сегодня я вам хочу показать часы от компании Citizen, это F900, обзор будет короткий. Почему? Потому что это не новые часы, это обновление на всем известном модуле, обновление отличных часов на калибре F900, GPS High Speed, GPS Magic, и все тут, собственно говоря, при этих часах есть. Они мне безумно нравятся, это одна из самых, наверное, вообще интересных и самых лучших моделей GPS на рынке в принципе. То есть F900 это один из самых лучших калибров. Компания Citizen в этом корпусе выпускает все новые и новые модели. И вот теперь небольшое такое обновление дизайна. Появилась цифра 12, собственно, на риске 12. На метках появились такие дополнительные геометрические фигуры, как бы их назвать, что-то похоже на треугольники такие, да. И появился новый дизайн циферблата, некоторая текстура появилась в центральной части и новый синий цвет. Также вышло две черных модели вместе вот с этой моделькой. Кстати, называется она CC901066L, 190 тысяч японских йен или порядка 1500 долларов или около 100 тысяч российских рублей. В этом видео мы с вами не будем подробно разбирать механизм, подробно разбирать функции. Отмечу, что калибр нам с вами знаком. Несколько раз уже мы обозревали часы, в том числе и лимитка была, и белые часы. Это титановый корпус, застежка системы быстрого удлинения, задняя крышка, хлопушка, водозащита 200 метров, толщина здесь 13 миллиметров, синий циферблат, солар, мировое время, наличие будильника, чего нет, к примеру, в Seiko или в Casio Oceanus. Наличие указателя запаса хода, дата, день недели. И также здесь есть хронограф, то есть секундомер, мировое время. Есть в этих часах быстрое переключение между основным и мировым временем. В таком положении только могу одновременно нажать. Смотрите, сигнал прошел и идет переключение между основным и мировым временем. Все, теперь внизу у нас основное время показывается, а на основных стрелочках показывается мировое время. Давайте переключим обратно. Также вместе с новым дизайном циферблата появился и новый люминофор. Теперь цифра 12 у нас подсвечивается. По-моему, получилось очень красиво. Вот, посмотрите сами, что вы об этом думаете. Для тех, кто еще не смотрел наши обзоры, напомню, что стекло здесь сапфировое. Титан с покрытием Duratec, полировка практически полностью матовая и корпуса, и браслета. Есть только небольшие глянцевые участки. Безель тоже глянцевый, это очень хорошо должно быть видно. Циферблат достаточно глубокий, но не такой глубокий, как, к примеру, на Casio Oceanus. И в основном это за счет того, что стекло здесь сапфировое, оно плоское, а не выпуклое. Модель вышла в стандартной линейке, то есть это не лимитка. Если вы хотите синий циферблат, вам не нужно переплачивать за ограниченные серии. Новый дизайн доступен для всех, поэтому если вам часы понравились, вперед, покупайте смело, модель красивейшая, шикарная и просто отличная. А на этом все, спасибо вам за внимание, отличного настроения и носить хорошие часы. Всем пока!